Воу-воу-воу-воу-воу, нужны робаксы, и ты не знаешь, где самый лучший сайт? А я тебе отвечу, лучший сайт это rbx.camp, ведь на нем выгодный курс, очень быстрая выдача, которая после оплаты идет за 0,01 секунду, и это реально проверено в моем видосике. Также RBX Camp проводит розыгрыши робаксов в группе ВКонтакте и в Дискорде. Также помни, что единственный домен сайта rbx.camp, остерегайся мошеннических сайтов. Приятнейшего просмотра. Огромный привет, на связи Вадимос. Это тестовый сервер, значит сейчас с вами будем делать интересные эксперименты, в которые вот придумал идею, по-моему, когда что, в ГУМе был или на пляже, не помню, ну неважно. Значит, ставьте лайки и приятного просмотра, что ли. Ну, вроде да. Да, поехали. Так, только что вспомнил эту идею. Значит, смотри, в чем заключается она, да? Сейчас увидишь, печеньки свои найди только. Так, надо их все отдать какой-то пчеле. Неважно зачем. Значит, смотрите. Вы, представим, пипец какой триллионер в 73 пчеловода, да? И с обновы, кстати, менюшки, видишь, поменяли картинки и текст. 99,9 триллионов теперь, да? А, только сейчас заметил, что мы поменялись менюшки. Ну, дела. Ну, так вот. Ты получаешь вот столько печенек. Это сколько? Получается 10 миллиардов печенек. Да? Вот. Ты триллионер, у тебя 99 триллионов, и ты получаешь столько печенек. Ты что, все, да, теперь так будет? По фану взял. А, что, теперь все, печенюхи подешевели, что ли? Видимо, что-то печенюхи поменяли цену, реально. Они дешевле стали. Класс. Нам, когда большое количество берем, выгодно стало. Ладно. Мне, наверное, как и вам было интересно, кое-что. Значит, смотрите. Мы берем обычное яичко и даем просто вот эти на 90 триллионов печенек, да? И что будет? Так, пишем, сколько это у нас? Три, раз, два, три, раз, два, три. Подходит? Все, 10 миллиардов. И мы получаем 19 уровень, чтобы понимали. Вообще нулевая пчела, 19 уровень. То есть за 99 триллионов вы получите 19 уровень, получается? Ага. Спросишь же сразу вопрос. Стоп, подожди, это даже... А, или это еще меньше? Подожди-ка. Сколько я? Чуть не понял прикола. А, что-то, видимо, больше даже. Ну, в общем, неважно, сколько я вел. А, нет, за 10 триллионов вы получите как раз 20 уровень. Ой, короче, вы все видели, боже. Что я придумал? Давайте опять на 100 триллионов купим печенек. И отдадим их какой-нибудь пчелке той же самой, да? Чикс. 100 триллионов, вот, все, 100 триллионов. Кто думал, подешевели, что ли? Че за бред? Так, ну вот, отдадим базику. Че? Вот столько печенюх, да, заметь. И что главное интересно, их не хватит на 21 уровень. Охренеть. Ну, теперь живите с этим. Так, дальше. Вам, скорее всего, интересно, что же падает с чего? С пленти, о пленти. Он растет за 2 секунды. Не, к сожалению, потом покажу. Ладно. Дальше. Пишите свои идеи, что сделать в этих тестовых еще. Там были другие идеи. Ну, классные, я их позже реализую. Вот. Значит, смотрите, сейчас хотелось бы вам рассказать быстренько. Вы увидите кусочек, где я делал буст. Так что бусты можете мне купить. Как раз сегодня закончил. Вот. Ну, желательно писать там ресы, как чё. Ну, в общем, привет, хочу буст, у меня столько-то ресов, столько-то пчелок, сколько будет стоить, да и все. Как-то так. Так что давайте, не стесняйтесь, если бустик нужен, бабки есть, пишите, вопрос фигня. Вот, потому что потому. Ну и все. Вас благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И посмотрите кусочек видосика с бустом. Там тоже, наверное, интересненько. Все. Счастья, всем счастливо. Увидимся в новых видео. Сорян, что он немножко короткий, но минут 5 будет, так что пойдете. Давай, пью. Друзья, огромный привет, на связи Вадимос. Надеюсь, картинка нормальная, просто что-то у меня кажется, как будто БСК поломалась, ну ладно. Значит, смотрите, сделал буст подписчику, что он хотел? Палку, рюкзак, это все сделал, бэджиков подел, бонусный, тут хер тучи, почти миллиард меда уже нафармил у него. И главное, что он масочку хотел. Ну, масочку тоже сделал, рез собрал, все. Гляньте, какой красавец, просто жесткий тип, готов разваливать топы. Вот. Поэтому, что сказать? Вот такой вот бустик, вообще четенький, красивый, наверное, что еще можно про него сказать. У него прекрасные функции, потому что он побустился, как бы, да.
Давайте зайдем сюда. Купим ему бонусный слот. Пускай он будет тут у нас. Молодой аристократ. Такой же, сколько? 35 пчел сразу ему, да? На шамане или не сколько там, 30? Ну, вообще, да, 30 пчел. Уф, ребятушки, ну это, по-моему, достойный лайк. Буст такой. Сейчас купим даже яичко ему. Раз, два, три. Три, да? Три. У него нет тикетов? Так-то он может скоро ивентовскую купить. Ну ладно, пофиг. Мы с вами сейчас откроем пчелок. Что выпадет-то? Базик. Базик. А сейчас какого-нибудь мифика, да? Было весело. Вы бы, наверное, все писали, вау. Ты чё? Так, попробуем выбить ему новую пчелку. В принципе, это несложно. Да? Тут еще не так много всего развито. Но, блин, у него столько пчел уже такие вересы. Это достойно. Это реально достойно. Тем более, эта масочка, она чем хороша? Спросишь меня. А отвечу. Хороша она очень многим. Тем, что она для любой пыльцы. Именно с ней я развился очень быстро. Поэтому уж лучше брать ее, чем бабл или ред всякие. Так, Шайби выбил. Отлично. Плюс Лего. Для новичка Лего это вообще шикарно. Так, Basic, Transformation. Вот, семечком подшаманить пришлось. Ну, ничего. В принципе, шикарный аккаунт теперь. Подкачанный. И готов реально разваливать топы. Давайте посмотрим, что у нас тут можно сделать еще по наплечникам. Какие у него такие красивые. Ну, кстати, можно такие сделать, красные. В принципе, ресов достаточно. Потому что очень много шипов накопилось благодаря Викиус. То есть их, ну, реально так, нормально так. Сейчас синий гляни наплечник. Можно или нельзя? Потому что, да, тоже можно так глянуть. А, тут нельзя. Ну, 10 экстрактов. Короче, захочет, он сделает. Так что вот так. Это недолго. Клубники хватает. Блябери тоже. Он 5000 вообще. Это жесть. У новичка 5000 блябери. Называется пофармился с Фениксом. Ну и просто так. Все, друзья. Благодарю за просмотр. Вот такой кайфовый у нас вышел бустик. Это там, наверное, еще сейчас будет видос или это в конце было. Ну, в общем, неважно. Если посмотрел, значит, лайк и подписочку. Благодарю. Все, заказываю бусты, ссылочка в описании. Ну, а там дальше либо конец, либо продолжение. Вот увидишь. Все, давай. Пью.